Всем привет, привет, дорогие подписчики. Ну что, не знаю, слышали вы или нет, но с каталога 4, который я вам недавно показывала, у нас действует немного обновленная стартовая программа, а именно у нас будут обновлены пороги участия. Одним словом, приготовьтесь, сейчас все, как всегда, подробненько расскажу. Итак, первое, что хочу обратить ваше внимание, это изменился немножко и порог по шагу 1. Если раньше для того, чтобы получать первый подарок, у нас была сумма 45 белорусских рублей в ценах каталога, сейчас это же будет сумма 49 рублей, постоянная акция. И подарок, как всегда, забираем по итогу каталога. То есть вы, вот, допустим, в этом каталоге зарегистрировались в компании Faberlic, заказали на 49 рублей в ценах каталога, оплатили до конца каталога, то есть до 26 марта. И в следующем каталоге за вами закрепляется подарок. Сейчас это парфюм на выбор. Я рассказывала в предыдущем видео, как я уже сказала. И раньше подарок всегда добавлялся за 20 копеек, сейчас же все вот такие вот подарки будут за 1 рубль. Дальше, об этом я расскажу чуть подробнее, сейчас просто заострю ваше внимание. Если раньше шаги 2, 3, 4 и 5 был порог 44,99 рублей по цене каталога, чтобы набор был за 8 рублей, так сейчас это будет 49 рублей 90 копеек. Одним словом, как по мне, лучше всего округлить, это 80 рублей по цене каталога. Тогда набор будет стоить 9 рублей 60 копеек. Если же заказ на 159 рублей 90 копеек, это, грубо говоря, 160 белорусских рублей, тогда набор будет не за 3 рубля, как раньше, а за 3 рубля 30 копеек. Ну и, конечно, вот эти суммы вы можете делать не за один заказ, оформлять заказики, а можно за 2, за 3 и, как говорится, вам самим выбирать. Итак. То, что я уже немножечко раньше рассказала, что сейчас, в данный момент, как я уже сказала, каталог 4 до 26 марта, порог у нас на подарок, я думаю, вы видите, это 4 женских или 4 мужских аромата, хорошие парфюмерные водички. Заказ минимальный на 49 рублей в ценах каталога, это по своей цене склада где-то 39 рублей 20 копеек. Дальше, так как заказ свыше 49 рублей, доставка 3 рубля 60 копеек, и за вами закрепляется водичка на выбор. И в следующем каталоге она вам будет добавляться за 1 рубль. Ну, сами понимаете, подарок такой шикарный за 1 рубль, это на самом деле копейки. Ну и напоминаю, что у нас всегда первый шаг меняется, а уже остальные от 2 до 5 идут постоянные. И здесь, опять же, заостряю ваше внимание, что порог по участию в стартовой программе с каталога 4 увеличился. То есть, если раньше было, грубо говоря, 65 рублей по цене каталога, сейчас будет 80, а точнее 79 рублей 90 копеек. И тогда набор вам будет не за 8 рублей, а за 9 рублей 60 копеек. Или же, если заказ на 160 рублей, грубо говоря, или 135 в прошлом каталоге, тогда набор вам будет не за 3 рубля, а за 3 рубля 30 копеек. Значит, если вы на данный момент уже участвуете в стартовой программе, к примеру, в прошлом каталоге вы закрыли третий шаг, то есть сейчас вы при оформлении будете забирать третий шаг, то получается, что вам этот шаг будет добавляться уже не за 8 рублей, а за 9 рублей 60 копеек, это первое. А второе, чтобы дальше участвовать в стартовой программе, вам нужно оформить заказ не на 65 рублей, а на, грубо говоря, 80 рублей. Понимаю, некоторые могут расстроиться, но, как говорится, все равно это не такие
уж и большие деньги, не верите мне, сходите в магазин любой и посмотрите. Вот. Если же случилось так, что так как сегодня уже все-таки пятый-шестой день действия каталога, и вы быстрее поспешили, оформили заказ и радуетесь, что закрыли очередной шаг, значит, вам нужно просто на недостающую сумму оформить заказ. Еще у вас есть 2 недели точно. То есть, если вы оформили на 65 рублей в ценах каталога, вам нужно на 15 рублей дооформить заказ. Понятно? 15, если вы оформите, будут цены каталога. Поэтому смотрите сами. Или на 15 рублей, или на 29 рублей, и сработает скидочка. Ну а сейчас расскажу вам более подробно про то, какие наборчики будут вам предлагать в каждом шаге, кто не в курсе. Итак, значит, вот рассматриваем прямо сейчас пример. Вот каталог 4. Вы оформились, только зарегистрировались в компании Faberlic, сделали заказ на 49 рублей, все, за вами закрепилась водичка на выбор. Итак, в каталоге 5 вы забираете водичку за 1 рубль и можете продолжать участвовать в стартовой программе при выполнении вот такого вот условия. Купи на 79 рублей 90 копеек в ценах каталога, и за тобой закрепится набор за 9 рублей 60 копеек, в который входит средство для очистки духовок, обычно стоит где-то рублей 5. Средство для ванной комнаты тоже обычно стоит плюс-минус 5 рублей. И средство универсальное для пола, поверхности стен, опять же, где-то стоит 5 рублей. То есть вы бы этот набор, если бы так покупали, вы бы за него заплатили 15 рублей, а может и больше, а так он вам выйдет за 9 рублей 60 копеек. Но можно этот наборчик взять еще и дешевле. Если вы не поленитесь, как говорится, а хорошо поработаете с каталогом, уведомите всех своих родных и близких, что, дорогие мои, я зарегистрировалась в Faberlic, теперь вы все можете заказывать у меня, а не кому ничего не заказывать, и я буду вам дарить подарочки и делать скидки, и показывать каталог, тогда у вас есть возможность насобирать заказ на 160 рублей в ценах каталога, точнее 159 рублей 90 копеек. Напоминаю, что это не обязательно делать один заказ, вы можете сделать 3 заказа, 4, то есть суммарно, но главное их оплатить до конца каталога, вот, например, в данном случае до 26 марта. И тогда вот этот вот шикарный набор вам будет уже не за 9 рублей 60 копеек, а за 3 рубля 30 копеек. И опять же напоминаю, что если это у вас все происходит в 5-м каталоге, то в 5-м каталоге вы выполняете условия, в 6-м каталоге вам в промо-акциях будет написана вкладочка «Стартовая программа. Шаг 2», и выбираете отдельно вкладочку «Набор 1», «Набор 2», «Набор 3» «Применить», и вот такой шикарный набор за 3 рубля 30 копеек. Тем более такие средства, которые имеют свойство заканчиваться, и вот ты, грубо говоря, за рубль 10 себе классную баночку купила. Итак, третий шаг уже более интересный. Здесь, опять же, те же условия, я думаю, на предыдущем слайде очень хорошо вам разжевало все. Здесь рассказываю все вкратце, то есть условия те же. Опять же, собираете заказ или на 80 рублей, или на 60 рублей, и за вами закрепляется наборчик из 2 водичек. Вы уже сами выбираете, или берете одну женскую, одну мужскую водичку, или же берете 2 женских, или же берете 2 мужских. Я думаю, вы видите, какой здесь ассортимент. Напоминаю, что женские идут 30 мл, мужские 35 мл. Также обращаю ваше внимание, что если вдруг, такое бывает, если вдруг вы хотели, к примеру, водичку Beauty Cafe Caprice, и вы начинаете делать заказ, а ее нет, никто вас не заставляет, как говорится, сразу брать то, что есть. Каждый шаг за вами закрепляется 3 каталога. То есть, вот, допустим, вот этот шаг, 3-й, вы выполнили в 5-м каталоге, вот в 6-м вы хотели забрать, но тех водичек, которые вы хотели, не было. Поэтому смотрите, 6-й, 7-й, 8-й – это последний каталог, где вы можете забрать вот эту водичку. Вот. Ну и опять же напоминаю, что все наборы,
Все подарки мы забираем только с минимальным заказом. Дальше шаг 4. Условия опять же те же. Оплати заказы на 80 или на 160 белорусских рублей. Думаю, вы заметили, что я округляю. И за тобой закрепится набор из 3 уходовых средств серии «Гиалуронка». Мега крутая уход за лицом, очень крутой. Я очень полюбила эту всю серию. Вот именно то, что нужно после 30, и вы можете вот такой вот наборчик получить или за 9 рублей 60 копеек, или за 3 рубля 30 копеек. Да, купили ночной крем и тоник, и гель для умывания, и все, и у вас весь набор, можете пользоваться самостоятельно. Если же вы не дотягиваете или перетягиваете эту возрастную категорию, пожалуйста, у вас есть шикарный подарок. Или же можно продать и заработать денежку. Я думаю, здесь все понятно. И 5-й шаг. Также, я думаю, вы заметили, что с каждым шагом стоимость продукции увеличивается, увеличивается и увеличивается. Порог же на участие остается тот же. И сумма за набор остается та же. Итак, 5-й шаг. Это уже у нас последний шаг. Шаг. Купи снова на 80 рублей в ценах каталога или на 160, и за тобой закрепится набор из 3 средств декоративной косметики. Оттенки, конечно, на выбор. Это сатиновая помада, консилер для лица и ультралегкая пудра для лица. Выбор, вы оттенок выбираете сами. Если, к примеру, лично вам не нужно, вот, допустим, вы не пользуетесь консилером, вы всегда этот набор можете предложить своей знакомой, мол, могу взять тебе по дешевке консилер, выбери, какой ты себе хочешь. Как говорится, главное заполучить этот наборчик. А куда его деть, я думаю, вы найдете. И, конечно, хочу прям сразу заострить внимание на некоторые нюансы, которые существуют в нашей компании. Первое, что компания оставляет за собой право изменения условий. Вот как произошло сейчас, что немножко увеличился порог, потому что и так уже цены у нас очень даже лояльные, даже, я бы сказала, смешные. И продуктов программы. Почему у нас иногда бывает замена продуктов программы? Потому что что-то выводится из ассортимента, что-то попадает в дефицит, и не всегда бывает на складе. И сами понимаете, новичок не может ждать долго. Почему? Потому что за ним наборчик закреплен в течение 3 каталогов. Поэтому иногда получаются вот такие вот замены продуктов. Дальше. Новичком может стать каждый. Вот, к примеру, я на следующем слайде чуть подробнее расскажу, что новый покупатель, который вот где-то в интернете или где зарегистрировался, но потом благополучно забыл о том, что у него есть личный кабинет, прошло 2-3 месяца, и он вспомнил, что ой, я же в компании зарегистрирован. Так вот, в течение 6 каталогов вы считаетесь новым покупателем, новичком вкратце, и вы имеете право участвовать в стартовой программе. То есть вот вы зарегистрировались, через 2 месяца вы сделали первый заказ на 49 рублей, как я уже сказала, порог на первый шаг, и участвуете в подарке, который на тот момент в каталоге представлен. Дальше. Также у нас есть такое понятие, как пробный шаг. Что же это такое? Вы, я думаю, видите, что здесь написано, но я расскажу обычным понятным языком. Значит, опять же, вы зарегистрировались, вы купили то, что вам нужно. Вот, к примеру, вы купили на 25 рублей, оплатили, забрали заказ. У вас в заказе есть каталог, и вы видите, вот, допустим, сейчас 4-й каталог, что дают новичку подарок на выбор, очень классный парфюм. Вы имеете право поучаствовать. То есть, если вы оформили заказ, оплатили, но не вышли на тот порог, который может участвовать любой новый покупатель, значит, в следующем каталоге, и даже вот недавно у нас изменили, что акция продлевается на 2 каталога, то есть в течение 2 каталогов вы можете вступить в стартовую программу, но не больше. Если прошло больше 2 каталогов, и вы, к примеру, там через 3 месяца вспомнили, что «Ой, я же не поучаствовала в подарке», увы и ах, вы уже не можете
участвовать в стартовой программе. Можете просто сами для себя покупать. Вот то, что я вам рассказывала. Вот, к примеру, сегодня, допустим, вот 10 марта вы зарегистрировались. Но не получилось у вас оформить заказ, вы там уехали в санаторий, еще что-нибудь, ну, всякое бывает. И вот сейчас у нас каталог 4 прошел, 5-й каталог, 6-й, 7-й, 8-й, вот 9-й каталог – это последний каталог, когда вы можете вступить в стартовую программу и забрать первый шаг. В 10-м каталоге уже, увы и ах, то, что я рассказывала, что вы не сможете уже участвовать в стартовой программе. Дальше про пробный шаг. Значит, опять же, вы зарегистрировались, несколько каталогов у вас прошло, затем вы сделали покупку, к примеру, на 25 рублей, но не хватает до минимального заказа, чтобы получить подарок. То есть, как я говорила, 39 рублей 20 копеек. Значит, в следующем каталоге вы можете купить вот на этих 49 рублей по цене каталога, и за вами закрепится тот подарок, который был вот в том каталоге, в котором вы сделали заказ. Надеюсь, понятно объяснила. Дальше. Каждый консультант может продолжить участие в стартовой программе после однократного пропуска любого шага. То есть даже если вдруг у вас что-то произошло, вот допустим, вы два шага сделали, и третий шаг вы думали, что сделали, но, к примеру, немножко не добрали, там не досчитали 5 рублей, или же оставили все на последний день оплаты, а не работал банкомат, и у вас не получилось оплатить, всякое бывает, тогда вы можете восстановиться в стартовой программе. Но обращаю ваше внимание, это может сделать каждый новичок один раз. Об этом расскажу чуть позже, заострим на этом внимание. Дальше обязательно обращаю ваше внимание, что, вот, к примеру, вы забрали заказ, вроде бы все хорошо, пришли домой, а у вас в заказе был спрей для волос, и он не пырскает, а просто льет, пропускает, льется со всех сторон. Это что значит? Это значит брак. На следующий раз вы взяли этот спрей, пришли на пункт выдачи и говорите, что у меня бракованный спрей. У вас на пункте выдачи забрали этот товар, оформили претензию, вам деньги за этот спрей вернулись на личный счет. Но в чем суть? Что так как по сумме у вас хватало, вы заказ оплатили, стартовый набор за вами закрепился, вот, допустим, это был второй шаг, вы его заработали, но, к примеру, спрей стоил 15 рублей. Поэтому выходит, что на следующий шаг вам нужно сделать минимум 79,90 копеек по цене каталога. И плюс еще те 15 рублей, которые вернулись вам за этот бракованный спрей. Почему? Потому что компания вам денежные средства вернула обратно. То есть вы не потратили эти деньги в компанию. Вот обязательно заострите на это внимание. Я, конечно, привела пример спрей, но бывает всякое. Бывает товар и подороже иногда, когда вот сейчас опять у нас появится одежда. Вот, допустим, не подошли брюки, вы их вернули, вам деньги за товар вернули, но у вас, получается, на следующий шаг нужно вот именно включить вот эту стоимость брюк. Напоминаю, мы здесь говорим про цену каталога. Дальше. Дата регистрации считается дата фактического занесения данных нового покупателя в базу компании, присвоения ему персонального регистрационного номера. То есть то, что я говорила. Вот вы сегодня, 10 марта 2023 года, оформили регистрацию в компании. Сейчас действует 4-й каталог, значит, вы зарегистрированы в 4-м каталоге. Дальше шаги 2-5 необходимо выполнять без перерыва в течение 4 каталогов с момента выполнения первого шага. И, как я уже сказала, условия для прохождения одного шага могут быть выполняться одним или несколькими заказами. Об этом я тоже говорила.
И тоже заостряла внимание, что все наборчики мы забираем в разделе «Персональные акции», будет написано «Стартовая программа» и ваш шаг какой-то определенный. И смотрите, сколько там наборов, и сразу подсказывает, сколько штук максимум можно взять, вот допустим, что касается по поводу водичек. И опять же говорила, что каждый набор вы можете забирать в течение 3 каталогов. И вот то, что я говорила, чуть позже расскажу. Это раньше не было. Вот в прошлом году только где-то появилось у нас такое понятие, как автовосстановление в стартовой программе. Что же это такое? Восстановиться в стартовой программе может новый консультант или новичок, если пропустил один шаг. То есть, вот, к примеру, в 4-м каталоге вы выполнили первый шаг, а в 5-м каталоге вы просто сделали на 29 рублей. Забрали водичку в подарок и все. Значит, у вас считается, что в 5-м каталоге вы пропустили. Но в 6-м каталоге вы можете восстановиться. Поэтому сейчас я более подробно об этом расскажу. Так, это я рассказывала про 6 периодов, кто такой, что такое пробный шаг, я рассказывала. Вот, автоматическое восстановление шагов 2-4. Значит, смотрите, вы пропустили, получается, в 5-м каталоге шаг за 79 рублей. Поэтому, если вы в этом каталоге делаете заказ, ну, округляем, на 80 рублей в ценах каталога, за вами закрепляется второй шаг за 9 рублей 60 копеек. Если же вы делаете заказ на 160 рублей в ценах каталога, за вами закрепляется набор за 3 рубля 30 копеек. Вот. Опять же, заостряю ваше внимание, что пропустить стартовую программу можно только один каталог. Если вы пропустили, восстановились, потом опять пропустили, все, уже увы и ах, вы остаетесь просто привилегированным покупателем, который может покупать по ценам склада, но в стартовой программе он уже участвовать не может. Значит, если же вы выполнили условия шага 2, но совершили покупку двойную, то есть вы пропустили, к примеру, третий шаг, но совершили двойную покупку, к примеру, на вот 160 рублей умножить на 2, вот вы собираете 50 баллов, вы совершили вот на 320 рублей покупочку, тогда вы считаетесь автоматически, что прошли и вот тот восстановленный шаг. Вот вы пропустили третий шаг, и автоматически вы закрыли четвертый. И таким образом вы будете сразу забирать в следующем каталоге и третий шаг, и четвертый. Но обращаю ваше внимание, что это только для тех, кто пропустил какой-то шаг и хочет восстановиться в стартовой. Если же вы просто шагаете по стартовой программе, собираете эти наборчики, вы можете покупать на любую сумму, только выше порога, вот выше, допустим, 160, то есть так, как я говорила, вы можете купить и на 360 рублей, и на 500 рублей, и на 700 рублей. У вас просто будет больше баллов, вы можете повысить скидку до 26%, вы заберете наборчик за 3 рубля 30 копеек, но ни в коем случае вы не закроете сразу два шага. Это мы говорим только про автовосстановление. Так, ну и автовосстановление шага 5, так как это последний у нас шаг, тогда вот получается вы 4 шага прошагали, забрали этот четвертый шаг, сделав всего лишь заказ, к примеру, на 30 рублей, забрали четвертый шаг, больше вы не насобирали заказиков. Значит, в следующем каталоге вы можете оформить заказ на 80 рублей. И автоматически вышли на пятый шаг, и он у вас будет добавляться в следующем каталоге. Или же опять на 160 рублей в ценах каталога. И этот наборчик вам будет добавляться за 3 рубля 30 копеек. Но опять же повторюсь, пропускать можно только один каталог. Если уже после вашего четвертого шага прошло 2 или 3 каталога, уже вы, грубо говоря, слетели со стартовой программы. Надеюсь,
я вам все подробно и четко объяснила. Если есть вопросы, пишите в комментариях, буду все рассказывать, разъяснять. Будьте здоровы, а о красоте позаботится, конечно, компания Faberlic. Всем до скорых встреч. Пока не забывайте, что оформить регистрацию можно под этим видео, заполнив ссылочку.